Так бывает. Едятся в однушке, за обедом делят котлету, спят на стареньких сбитых подушках и проводят за городом лето. Босоногих дочурок лелеют, круглощеких сынишек рожают и живут, ни о чем не жалеют, просто любят и оберегают. А бывает совсем по-другому. Два авто, трехметровая ложа, пес породистый бродит по дому. Каждый шаг дорогого дороже в жизни стали для многих примером. Не родные, не нужные души. И давно уж не помнят, наверное, как любили друг друга в однушке. Что ж ты, жизнь, так устроена странно? Видно, счастье не там, где вкуснее. Пустота не в дырявых карманах, а в домах, где душой обеднеют. Не в деньгах счастье, ты уж мне поверь. Я знаю, что они немаловажны, но сами деньги не должна быть цель. Ведь это мусор, притом бумажный. Всю жизнь идем к заветной мы звезде, тернист наш путь, и много ложных целей, и человек практически везде становится рабом своей идеи. Года уходят на работу в долг, покупку нам ненужного товара. Бегу за модой, не увидишь толк, ни шубу ты потащишь из пожара. Родные люди нам дороже всех, и их любовь ценнейшая награда. Души богатства нам копить не грех, здоровье и тело на всю жизнь отрада. Давай, друг, в жизни поменяем цель, из галопа скидок выйдем вместе. К здоровью и любви откроем дверь, и жизнь гораздо станет интересней. Для счастья нам с тобой не нужно много, внимание родных, да здравия всем. И через жизнь наверх ведущая дорога лишь нас, словно ссора всех проблем.